Blender 2.81, и давайте в этом ролике рассмотрим, как сделать взрыв техники, там танка, машины, вертолета, без разницы. Погнали. Так, есть у нас вот такая машина. Смотрим, что тут установлено, что здесь есть, и дальше будем разбираться уже. Вот такой вот материал. Давайте добавим модификатор именно система частиц. Следом добавим модификатор взрыв, вот этот. И посмотрим, что произойдет. Слабовастенько тут все разлетается. Давайте уберем мертвое и поставим разрез ребра. Вот. Ну, пока вот так вот разлетаются частицы, давайте их немножко теперь побольше сделаем. Ну, теперь заходим в настройку вот этих частиц, ставим число частиц, это пускай будет 200. Следом ставим первый кадр и последний, на котором будет все это дело взрываться. Ставим 13-й, допустим, кадр. Вот так вот. Первый кадр это будет 13-й, с которого будет начинаться, а заканчиваться все будет, ну давайте на 20-м. Или на 18-м лучше. Enter. Следом добавим больше вот этих разлета поворота. Так, смоем в частицах физика 1 килограмм маловато прибавим. Ставим ньютоновское, ставим нет. Вращение поставим. Рендер поставим нет. Смотрим теперь, что происходит. Едет машина. И вот так вот все это делаем. Нехорошо, опять ньютоновскую поставим. И вот все начинает разваливаться. Добавим случайная жизнь. Чуть-чуть. Добавим затухание сопротивления. Это силы. Теперь поставим скорость. Случайный порядок побольше. Так, вес надо добавить. Масса будет... Так, ветер 5 метров в секунду. Вот уже более красочно, более прикольно разлетается. Так, что еще можно добавить? Ну, добавим физику, добавим дым, добавим поток, добавим огонь и дым и поставим за место mesh систему частиц. Ну вот уже машина разлетается более прикольно. Так, что тут еще есть у нас? Цвет дыма можно поставить, разница температур. Также группу вершин можно сделать. Начальная скорость поставим обязательно. Так, размер. Ну, здесь все. Также настройки частиц. Кэш это уже запекание. Вращение. Масса килограмм. Интеграция от отклонение. Так, степень влияния сил. Вот здесь вот можно поставить гравитацию, немножко уменьшить. И немножко уменьшить турбулентность. Ну, в принципе, вот этими всеми настройками нужно будет поуменьшать, поруководить, посмотреть, как это все будет выглядеть. Итак, все вот разлетается. Теперь нужно добавить именно дым. Добавить дым можно двумя способами. Это Shift-A, добавить именно mesh, добавить куб и назначить ему
именно дым, физика. Также можно нажать F3, добавить Quick Smoke. Quick Smoke включается только на английском языке, так что перевод можно отключить и включить опять же F3. И вот Quick Smoke. Так, смотрим, что теперь получилось. Машина заезжает, дым появляется, и должен быть огонь. Огня и дыма нет. Сейчас мы это дело все подправим. Выбираем опять же вот этот mesh машину и находим, так, физику, сбилась mesh, поставим частицы и настройка частиц, smoke, fire, smoke. Бац, и вот теперь все дело это взрывается. Вот так все это дело разносится. Поднастроим теперь камеру. Так, смотрим, камера куда смотрит. Единица на нампаде G, S английская прибавим, R немножко поднимем. Тройка на нампаде R подкрутим. Ну, теперь смотрим 0, G, вот такой вот ракурс. Близковато. G отводим кверху и подальше. 0 на нампаде, G ставим вот так. Вот таким образом уже будет красиво выглядеть. Вот такая штука. Следом поднастроим свет. Переключимся вот в такой вид рендер. Найдем лампу, поставим солнце и поставим 4. Это есть. Выберем куб, зайдем в шейдинги и поднастроим вот эту вот часть. Здесь вот можно немножко прибавить анизотропия. А вот эту часть сильно делать много не надо. Black body вот эту. Потому что будет обводка. Сильная потом. Ну, где-то вот 300-400 можно поставить. Так, этот чуть-чуть можно уменьшить. 200. Вот уже появился огонь. Следом заходим в layout. Смотрим, что да как. 0 на нампаде. Проверим рендер. Посмотрим, как тут вообще все выглядит. Включаем вывод. Вывод будет на рабочий стол, смотрим, RGB стоит и render image. Сейчас посмотрим, если огонь как выглядит, где-то его поднастроить, как выглядят детали. Так, нужно все это дело запечь, потому что дым не появился. Запекать будем вот таким образом. Выбираем вот этот куб дым и сохраняем файл. Сохранить как? На рабочий стол или в папку какую-нибудь. Теперь заходим именно в физику, находим кэш вот этот и запекаем баг. Escape, смотрим, ошибка в чем? Delete bug, вот здесь вот стоит 250 кадров. Нам надо поставить 20. Вот теперь можно запекать. Теперь рендер делаем именно с выбранным вот этим кубом. Не машиной вот так вот, а именно с кубом. Делаем Render Image и смотрим, что получится. Вот такой вот взрыв шикарный. Все прикольно. Вот теперь можно рендер анимации делать. И вот будет вот такой вот внешний вид. Частиц можно побольше добавить, чтобы вот эти части разлетались подальше. Столкновение стоит. Ну, в принципе, вот такая штука взрыва. Так. Где-то вот на начальную, если вот здесь поставить, и попробуем сделать рендер
image. Смотрим, как будет выглядеть. Если обводки не будет, если обводка будет и именно машины, то можно... Нет, машина не обведена, значит настройки в шейдингах сделаны правильно. Вот такая штука. Также можно делать трамплины, можно на скорости, чтобы машина подскакивала и в воздухе взрывалась, перекручивалась, именно ставить вот этот этап. Первый кадр, при котором будет начинаться взрыв, и последний. Также смотрим, здесь есть Dissolve, вот этот можно поставить, и Adaptive Domain. Так, давайте добавим еще разлету, чтобы больше разлеталась вот эта вся штука. Так, инициал Velocity поставим, выделим, и нужно найти в частицах именно вот этот вот рандом, этот можно добавить. Смотрим, как будет теперь разлетаться. И прибавим метры в секунду. Так, тангет поставим здесь еще 5, попробуем, как будет теперь разлетаться. Ну, уже поприкольней. Здесь поставим теперь 8 метров в секунду. Вот взрыв уже больше. Теперь еще что можно сделать? Зайти. Так, в настройках, ротация. И вот она, Field VIX, где вот уменьшали вот эту гравитацию. Можно гравитацию еще больше уменьшить. Вот так вот. Теперь еще больше разлетаться должна она. Мало кадров. Если вот до 100 кадров делать, то больше все это будет происходить. Больше событий, больше разлета, больше динамики. Кадров можно добавить. Давайте поставим кадров 40. И посмотрим теперь, что будет происходить. Так. Вот машина теперь более разлетается, дальше все это дело летит. Вот такая штука. Так, вот этим частям можно поставить теперь, добавить модификатор Solidify, поставить им толщину немножко. Так, находим, вот здесь поставим чуть-чуть толщины. И еще один модификатор можно добавить. Он называется Edge Split. Вот этот. Чтобы острые были концы, типа как не сглаженные вот этих частиц. Вот смотрим теперь, что произойдет. Вот так машина попадает на мину. Также можно взорвать танк, вертолет в процессе полета в воздухе. Вообще прикольная будет штука. Ну и еще один вариант, как можно добавить вот этот вот эффект дыма быстро. Находим Object, находим Quick Effect и ставим Quick Explorer. Вы видите, что модель сразу разрывает. Смотрим, как да что. Вот она едет, и сейчас будет взрыв. Добавим кадров 50. Вот эти частицы тоже нужно поднастроить. Опять же, добавляем в физике дым.
частицах ставим первый и последний кадр, на котором взрывается ротация и по прошлому то, что я уже показал. Все, всем пока, до свидания.